Итак, гуна-благость означает очень ясное, трезвое мышление. Человек понимает, учитывает место, время и обстоятельства. И такой человек очень коммуникабельный, он со всеми находит общий язык. То есть у него нет проблем, нет врагов. Меркурий также олицетворяет и наших друзей, наших родственников, и наших близких. И если человек в благости, он старается жить так, чтобы никого не задевать. Он знает психологию каждого. Но человек в страсти как себя ведет? У него есть своя логика и есть свое понимание жизни, и он от нее не отклоняется. Ну, например, если мог сказать, что, знаешь, вот друг мой, вот есть Африка, там вот носороги живут. Нет, этого не может быть, он говорит. Ну почему не может быть? Я же там был, я видел. Нет, этого не может быть, не бывает таких животных. Ему не докажешь. То есть они начинают спорить. Всем очевидно, но он спорит с вами. Видите этих людей? И у него, допустим, есть какая-то своя точка зрения, и он от нее не отступает. Например, как задает Меркурий, также вопросы и ответы. Он задает вопрос. При этом, когда он вопрос задает, он уже думает, точнее, он уже хочет, чтобы ответчик уже ответил так, как он хочет. Допустим, а курить вредно? Он спрашивает. А он не собирается слушать ответ «да, вредно». Он хочет услышать что? Курить полезно. И когда ему говорят «курить вредно», в это время он говорит «так, все, профессор дурак». Все, он плохой. Он оскорбляет, сразу начинает его. Он плохой. Он ничего не соображает. И он идет на следующий семинар. Курить вредно? Вредно. Все, здесь тоже мне все ясно. Вот так он ходит ко всем, и везде он спрашивает эти вопросы. Пока он не услышит своего ответа. Да, полезно. О, хороший семинар. Вот здесь я буду сидеть. Я буду слушать. И ему нравится. Это он будет улыбаться, хлопать. Но как только что-то не появилось, раз, настроение меняется. И заметьте, что если такой человек живет в семье вашей, начинают случаться серьезные проблемы. То есть он уже заранее хочет, чтобы вы удовлетворяли его чувства.